Камера с рыбьим глазом, кстати. Ну да, в этом во многом эффект и заключается. Сюда еще наложить немного фильтров, там, с типа видео VHS какого-нибудь. Оно случается, просто помни это. Это как один из жизненных девизов, но только один из должен быть. Говно случается, но... Ты прилеплен, бояться не нужно. Давай. Ого. Не бойся. А. There will be no one else. Cry. It's the way I fly to you. I'm still in a dream, snake eater. Чё вы, орё, блядь? Пробегаю там, Дима летит. Вот это я понимаю. Тихо, блядь. Как мяч. Я хочу Гарри. Шика, тихо. Яма вообще, что это за место? Это плохая идея, мне кажется. Мне кажется, добром не кончится. А, хотя подожди. Почему нет? Я ее закрепил? Я ее не закрепил. Угу. Все, поехали. О, блядь! О, ой, блядь! А. Как же ты впитываешь, дружок-пирожок? Надо прекращать хейтить эту прекрасную зорость. Не, мы еще не добрались такими темпами. Когда-то это было мирное королевство, где правил великий король. Теперь его образ олицетворял тьму, которая опутала мир Терна. Ты наверх должен был прыгнуть, мальчик. Что? Угу. Все по-прежнему по плану. Не надо падать внутрь. Это тебе не поможет. И технически можно и внутрь. А, блядь. Так, нам сразу в Кокарика.
Что-то у нас не задалось. Ты знаешь, с этой игрой все-таки. Привет. Ох, спасибо тебе, парень. Я слишком стар стал. Я помогу тебе с дверью. Вечно он. Ну, он любит запирать двери. Не со зла, наверное. Ладно. Ну пойдем. Ми. Ми, давай. Чел, я могу выбраться? Ми. Воу-воу-воу-воу. Вчера я ветки обрезаю. Такой обрезаю, обрезаю, обрезаю. Одну ветку обрезаю. Такой вот шершень мимо меня такой. Ну, короче, покрутился перед лицом секунд 10 и улетел. Я такой. Чего прыгнул? Я помню. Да, да, смотрю. Смотрю уже. Тут ничего. Ай. Какой же тайминг, господи. Поехали. Поехали, поехали. По-моему, мы не туда едем. Кстати, ты мог его реверснуть наверх и схватить рукой? Да, но и что бы я там делал с ним на середине пути? Так, стой. Стой. Нет, 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 нет. Ты не бойся. Блять, ой, блять, ой, блять. Да что ж ты, сука, за проклятый такой, а? Что с тобой не так? Как с перышком обращается. Пан Сушет, куда сай, симпай? Взять червя. Три. На счет три. Пошел нахуй. Давай. Кто нажимай кнопку. Нажимайте. Пока. Я отвлекаю. Нажимайте. Сейчас он за Натаха агрится. Нажимайте. 60-70%. Не веди его ко мне. Ты чё, ёбнутый? Блядь! Кому подходит, тот лежит! Натаха, беги! Жми кнопку! Галка, всё, бежим! Мы его на поехали! Артур, беги, Натаха! Делаем, делаем! Делаем! 95! 90-100! Угу. Тихо, 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 спокойно, аккуратно. Тихо, тихо, тихо. Серёжа, успокойся!
это уже не проблема. Это уже не волнует. Все хорошо. Иди сюда. Моя вкусняшечка. Хочешь побороться? Давай. Поборемся. Давай. Я хочу к другу. Хочешь? Так, ну с Богом. Давай, родной. Жжется! На в стену. Ты можешь ее двигать как бы. Постучи. Якудза будет после Зельды. Зельду мы почти допрошли. Персона будет после Якудзы и Зельды. Может быть. Нэнси только по субботам. Протянул, так сказать, руку помощи, да? Совсем челот рук отбился. Ладно, простите. Там я сделаю, ну, как бы в любой ситуации я сделаю что-то новое, еще лучше. Горков искать. Та суть... Боже, я же не буду с самого начала начинать, да? Этот. Возможно, здесь? Блин, тут тоже нет никакого подъема. А тут вообще речка. Если только через Колизей. Господи, это какой-то кошмар. И как мы это сделаем? Это реалистичная игра. Ой, я что-то выпил. Тут можно, кстати, пить и подбирать. А, ё-мо... Все будет хорошо, Дангар. Меня Дангара убили, по-моему, только что. Он... Ладно, вот эти вот фу, блин, там, да, все понятно, я тебя читаю уже просто, ты предатель. А что это такое? А потому что мы тебя ждали. А потом говорил бы, тележку без меня потащили, я ничего не видел там. Да, да, эти претензии уже давно читают. Да дверь-то закрой, дверь закрой! Дверь! Закрой! Я закрыл ее! Да не закрыл ты ее! Ты ее! Нужно было... Я закрывал! Блядь! Че ты, да ебаный рот! Да стой, сука! Я закрывал, я отвечаю. Как можно? Я же не один обратил внимание на то, что вход в святилище напоминает руки, раздвигающие булки. Бедокур. Бедокур, не пиши больше никогда в этот чат, хорошо? Никогда.